Так, народ, ну вот, нам удалось получить бюджет. Получили мы его в Волгоградской городской думе. Выдали на руки. Соответственно, конечно, давать не хотели, но с боем выдрали. Вот, конечно, что я могу сказать? У Волгоградской городской думы должна быть печать с государственным гербом. Ну, неважно. Вот, тут подписано Лихачевым, это глава города Волгограда. Вот, конечно, не приложили полномочия вот этой Белолипецкой, но неважно. Вот, ну, не буду вам все вот озвучивать, тут есть исполнение доходов бюджета. Откуда они, значит, деньги берут, бюджет пополняют. Вот. А есть исполнение расходов бюджета. Это вот тут все указано в тысячах. Ну, тут очень много чего. Видите? Ну, самое главное, вот, что тут все записано, есть в конце. Вот. Вот она уже общую, они посчитали. Вот, смотрите. И вот они, строчки. Это за 2018 год. Жилищно-коммунальное хозяйство выделено 2 369 268 000. Потом жилищное хозяйство 99 791 000. Коммунальное хозяйство 442 034 000. Благоустройство 1 262 839 000. И другие вопросы в области ЖКХ 564 602 000 рублей. Это где-то там 4 700 000 000. Это на город миллионник. Ну, вот разделите там даже на миллион. То есть это не областной, а это только лишь на город. Так еще к этому бюджету нам не дали федеральный бюджет. Потому что когда вот эти вот деньги распределяются по постановлениям, там, допустим, на коммунальные услуги выделяются и стоят графы там из федерального бюджета, из областного бюджета и городского бюджета. А потом уже все остальное, возмещение и на инженерную вот эту вот инфраструктуру, там уже только идет из городского и из областного бюджета. Вот Лихачев подписал. Вот тут вот обратите внимание, какие деньжищи выделяются на дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, профессиональная подготовка перед подготовкой, повышение квалификации. Тут очень много выделяется денежных средств на обучение детей, на дошкольное образование. Задайте себе, родители, вопрос, почему вы в школу сдаете денежные средства на ремонт в добровольно-принудительном порядке? Почему вы в садик несете туалетную бумагу сраную, блин? Они что, купить с таких денег не могут? Там белизну, сорти и так далее. Почему вы в школу ставите пластиковые окна, сдаете на уборщице деньги, чтобы она убиралась? Почему вы там стелите линолеум? Это все помимо того, что каждый год трясут с родителей. Вот. И задайте себе вопрос. Куда вот деваются эти деньги? Вот он, пожалуйста. Это бюджет. Вот, напоминаем. Вот, синими печатями. И они еще хотят с нас за коммунальные услуги. А с федерального бюджета мы тоже там нашли, то есть отчет счетной палаты, там по 400 миллиардов, по 300 миллиардов, то же самое выделяется на жилищно-коммунальное хозяйство. Вот. Так что... Вот и задумайтесь, как вас грабят. Вот ко всему сказанному я хочу добавить, что люди там с других городов,
связывались со мной и говорили, что кто получил на руки устав города и сравнивал, какой он у них на руках и какой на сайте администрации, так вот они совершенно отличаются. То есть нам вешают лапшу. На сайте висит один устав, а на самом деле на руки дают другой устав. Поэтому нам надо сейчас проверить вот свой устав города, героя Волгограда, так как он у нас тоже на руках. И, соответственно, вот этот вот бюджет посмотреть. То есть, как они разворовывают бюджет, пилят его. А вообще, вообще надо просить у них, чтобы они отчитались, куда деваются вот каждый год вот такие денежные средства, заложенные в бюджете. Но они на это ответить не могут.